Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Dunyo bo'ylab telekanalda onlayn intervyu ko'rsatuvi. Bugungi dasturimiz orqali sizni qiziqtirgan, qolaversa bizni ham qiziqtirgan savollarga birgalikda javob izlaymiz va bugungi mavzu ham aynan sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Onlayn intervyu ko'rsatuvi yana efirda. Azaldan ota-bobolarimiz bizlarga qushlar bizning do'stimiz deya o'qitirishgan, qanotlilarga azor berishni esa gunoh deb hisoblashgan. Biz ham o'z navbatida bolalarimizga, nabiralarimizga bu so'zlarni o'qitirishdan charchamaymiz. Ana damdagi mavzuyimizni ham shu holatni o'zgartirmagan holda qushlar bizning do'stimiz deya nomladik. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, Mokinur opa va qadrli teletomoshabinlar, doimgidek biz ko'rsatuvimizga, demak, mutaxassislarni mehmonimizga taklif qilganmiz. Ana damda esa keling, ularni tanishtirsak. Bizning hamkasbimiz Ajoyib tele jurnalist, tele radio jurnalist ekan, mubolag'a bo'lmaydi. Nurmuhammad Isroilov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush vaqtingizlar. Oleg Kashkarov, O'zbekiston qushlarini muhofaza qilish jamiyati xodimi. Здравствуйте. Я хочу обратиться в первую очередь Олегу. Олег, почему нужно уделять особое внимание охране птиц? Как вы считаете? Биологическое разнообразие, частью которого являются птицы, считается основой жизни на Земле. Оно обеспечивает нам чистую воду, свежий воздух, а также защиту от опасных инфекций, которые передаются от животных к человеку. Птицы являются неотъемлемым компонентом биологического разнообразия. И нужно отметить, что если хотя бы один из компонентов биологического разнообразия исчезнет или прекратит свое существование, то в значительной степени пострадает сама экологическая система. И это очень негативно отразится на человеке. Поэтому мировое природоохранное сообщество так тщательно старается обращать внимание на каждый вид живых существ, которые обитают на планете. Что касается птиц, это самая многочисленная группа позвоночных животных, самая широко распространенная, поскольку птиц можно наблюдать в любой местности, на которой вы находитесь, и в городе, и за городом, и даже из окна своего дома. Это самая многочисленная, самая легко адаптирующаяся группа животных. И по этой также причине птицы больше всего на себе ощущают негативное воздействие на окружающую среду, на те места обитания, в которых они проживают. Можно обратиться к фактам. На сегодняшний день на планете Земля выделено около 10 700 видов различных птиц. Однако за последнее время с лица Земли полностью исчезло 150 видов птиц по причине негативного воздействия на окружающую среду именно человека. То есть исчезли с лица Земли такие птицы, как маврикийский дронт, странствующий голубь, которые жили в Африке. И что касается птиц, обитающих в нашей стране. В Узбекистане обитает 467 видов птиц. И из этих 467 видов только лишь 67 птиц находится в Узбекистане на постоянной основе. То есть можно сказать, что 14% всех обитающих в нашей стране птиц живут в Узбекистане круглый год. Остальные же 400 видов или более 90%, 80% находятся в Узбекистане лишь на протяжении нескольких месяцев в году. То есть все остальное время они проводят где-то за границей, в других странах, либо на зимовке, либо на гнездовании. И поэтому нам очень важно знать, что птицы, которые покинули нашу страну, к примеру, на зимовку, следующей весной вернутся к нам обратно. И вот для того, чтобы быть уверенным в этом, необходимо налаживать тесное взаимодействие с природоохранными организациями тех стран, на территории которых птицы Узбекистана проводят либо зимовку, либо прилетают туда на гнездование. Вот небольшой пример. Как мы можем быть уверены в том, что гнездящиеся на территории Узбекистана редкие краснокнижные фламинго следующей весной вернутся к нам
обратно на гнездование зимовки в Индии. Как мы можем быть уверены в этом? Или же как мы можем быть уверены в том, что редчайшие крючоски, остановившиеся в нашей стране на время осеннего перелета в сентябре, вернутся к нам обратно следующим летом, будут прилетать через нашу страну. То есть для того, чтобы быть уверенным в том, что наши птицы, да, в следующем сезоне вернутся к нам домой, необходимо их, во-первых, очень тщательно изучить, во-вторых, необходимо предпринять ряд практических действий, которые будут направлены на улучшение тех условий, в которых птицы находятся во время гнездования, зимовки, перелета. Вот для этого-то в нашей стране и действует представитель Всемирной ассоциации охраны птиц BirdLife International. Этим представителем как раз-таки является Общество охраны птиц Узбекистана. И, значит, эта организация общественная является одним из 100 представителей Всемирной ассоциации охраны птиц, которые по всему миру как раз-таки наблюдает за редкими исчезающими птицами и на основе полученных данных разрабатывает конкретные прикладные меры по их охране. Понятно, спасибо большое. Олег, мана хозыр айтиши бойынша, азызбек эштиапсыз, біздің мамлекетімізді 400-дан зиёт, 467-ті құш тұр мауджуды пайдылар, лекен шындан фақат кені 14%, Нұрмұхаммад, тоғырымы? 14% хақыды геп кетейапты, сізні нафақат мохыр бошылы үші, балки құшларыны ашадды бір хмойачысы сұфатты хам, жүдді яқшы біламыз, көмілі көпчілік біләді, сіз білен көп сұхбатлар қылиянымыз, айнан құшлар дүниясы хақыды, біздегі холатке اوز باهای اینگزنه، اوز نقطه نظر اینگزنه بر بیار بود سنجیس. و شورندا از اون گپ اینگزنه بودم. من اشونگی هم خوشم چه خاله کرد که سنجیس. من خوشلر به واسطه بزنی حیات ما بلند باخلق. او من شد طبیعت تازه لوچی قایستر مقصد توش بر زرر کنند لردن بزنی که مایه لوچی بر واسطه صفت ده انسان حیات بلند چند برچه باخلق بر جانزات لردن بر خصاب نده. لیکن افسوس کی بس شون دیگر جریان‌لرگی هم دوچکیلی اتمس کی کشلردن نابود بولیش. یعنی کپراخ منشون گی هم عادل نکرد که تنگیس سخبر دوام ده. کپراخ طبیعی جهت لامولر کپراخ نابود بولی ابتدی یا کی بر اشتباه تطکنیک تگی کشلرما شون گی هم آنقدر کرد که تنگیس. این اوز بس حال گی این طور جواب نه نابود بولی ات که کشیانه ده تریق واقعی کش بیرالرده. مردم چه؟ از سبب تن نابود بولی ات کنن. یه اند کتابی من بالرگه مراجعه تی تدیم بولسک. Құшылар, оғучыларына қолыда набыт болышыға қарагенді, табиғи халатларына кескен бұзылышыда көпірақ набыт болады. Яғни, оларына табиғи яшаш иқлімі барген сайын тарайып барса, яғни, инсанлар томаладан янада чүкіррақ өзләштіріліп барса, оғушылар көпайадыға нұқтасы ек қайланады. Бұй есе бітті айланы оғушы ерден кетшіге имкан яратады. Яғни, бітті айла базы құшыларды еліге үч маратыбы فرزند بیاده. مثلا چون شوند عائله‌لر بار یلیگی 3 مرتبه کوپاید. این تصور قلیم بو بیت کیچکی نگی نبر گلزارچه اگر یو قلب قلسه، اوشانی چیته کوپایش ممکن بولیم خوشلر کیت دیگه. بو بر تامانه کیگن آ پنکتن ب پنکت که 3 کلیش مسئله لر بار. بو اکیت پنکت اورتاسده نی ازم دریا لاقده. نی اکیال لبار. اونو 3 اوتیات کنده کنچه دور خوشله، اوش آرسته که ضعیف راکلر یولد زوال تابده. چونکی بهار بهار لگین خلیش چون نیشته گلی نسخو خورش کری. فیدالرسیز غلبه گیرش بول میده. اوش خوشلر خم نسل نسخلش چون قایسلر دندور کیچش کی تور کرده. طبیعی سرالش دیگه نسخه. البته بوسیز بو کرشسیز تصور خلیش قین. بو کرش آلدن خم بولیم حاضر خم بار کین خم بولاده. لیکن بو کرش نه بس اوتا آغرقلی دب اتال مسک کرک دب ولی من بندن کره آغرقلی راه جرایان بار بو بگنگی کنده اوچلر تماندن حدن زیاد کشلرنه اوشه نر مادسه یاش راغلرن تطب پل پرتشلر چه بازارلر گالب چکش و اونده هم خود ده خلیگه وریاند A پونکتن B پونکت که کلش تطکن A پونکت B پونکت بازار یولگه کلشنه اوزده خنچهسه زوال تاپه حتی که آخر گیلر بو سرمس اجتماعی ترماقلر ده بخخته جده کوب گپلر بوله یپده کشلرنه مادلرنه حدن تشکر کوب تطب کلش مخته بعضیلر سوال بیاره، اوزه ماده دیگه نه، نمی دیگه نه، تیلوچیلر هم بولاده بعضی، ماده دیگه نه، کشنه ایاله، نر ایرکک دیلر. خب، شو مادلر نمیه سوال بیارگنده، نمی اوچون شو مادلر نمی تطب گلسیز، بار یوگه 5 مین سومگی ساتلاده بعضی، 5 مین سوم، بو دیگه نه 48 یا 47 سنت دیگه نه، نمی اوچون شو طبیعت قلسه کوپه یار دیو، یوگه 1 لیتر بولسه ده، بنزین پولیمنو قابلش اوچون
Бу жуда дахшатли жавап. Бир томондан сиз табассум қилдингиз. Аслида мани қалбим йиғлайди бу жавобдан. Бу табассумлар ичидан. Ҳа, биламан, йиғи бор, ман уни ҳис қиляпман-у. Лекин ман ҳам бошида шу табассум келган, кейин қалбим йиғлай бошлаган. Бу ўша инсоннинг дунё қараши. Яъни инсон ўзидаги дунё қараши ҳаётга нуқтаи назарини шакллантирмаса, biz buni himoya qila olmaymiz. Endi biz tinmasdan gapiramiz. Yo'q, shuni 100 tadan 10 ta eng chiroyligini olib boqing yoki kimgadir bering shuni. Biz uni to'g'ri tushunamiz. Lekin shuni ommasiga emas. Buni tagida nima yotibdi? Buni tagida kattadan katta to'rlar bor. Xitoy mamlakatidan kirib keluvchi to'rlar bor. Darvoqa meni tushunishim bo'yicha agar adashmasam, rasman olib kirilishi taqiqlangan bu to'rlarni. Mana shu 20 metr, 17 metrlik to'rlarda bitta gala qush ilinishi mumkin. Bu degani 50 ta ham, 100 ta ham. Uning ichida albatta modalar bo'ladi. O'shani yoppasiga olib kelinadi. Maqsad 1000 so'mga bo'lsa-da qaysi birini sotish. Mana shuni o'zgartirishimiz kerak dunyo qarashimizda. Yo'q, shuni 5000 ga emas, mayli qimmatrog'iga sotsin, lekin 5000 ga pullanadiganini qo'yib yuborsin, o'sha ko'proq keltiradi, chunki sirkulyatsiya bo'ladi. Sovuq suv chiqib ketmaguncha issig'i kira olmaydi, xona isimaydi. Shuni bilish kerak, sirkulyatsiya zarurat bizga. Ana shuni anglashlari kerak. Endi masalani boshqa tomoni bor. Har doim hamma zamonda qoida buzarliklar bo'lgan. Har zamonda farqi yo'q. Buni nazoratga oluvchi tizimlar bor. Hamma zamonda bo'lgan. Men istardimki, shuni nazoratga oluvchi tizimlarimiz shunga yanada e'tiborliroq bo'lishlari. Ya'ni misol uchun O'zbekiston ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasini shu bo'limi bor nazoratga oladigan. Agarda shu davomli nazoratga olinsa, baribir natija beradi. Eshikni taqillating, ochilmasa yana taqillating, bir kun albatta eshik ochiladi. Nurmuhammad, mana siz modalar haqida aytib o'tyapsiz. Bu modalar aynan o'sha haqiqatdan ham nasl qoldiruvchi bo'g'in sifatida himoya qilinishi lozim. Shularni bilimsizlik tufayli tutib olib kelishyaptimi ko'proq modalarini yoki bo'lmasa bu tasodifan ro'y beradigan jarayonmi? Yo'q, haligi gapimiz bunga yana javob bilib turishadi. Ovchilarni 80% kamida biladi nima qush tutayotganini. Ya'ni to'riga ilinganda shunday olganda ma'lum bir turdagi, masalan, kanaplyanka. Modasini ko'ksida qizil rangi yo'q. Narida bor qizil rangi. U darro ajratadi. Hattoki kuz faslida ham shunday qorniga puflab ko'rilsa, ko'ksidagi ichidan qizil patlari unib chiqayotgan bo'ladi. Uni darro ajratadi, biladi narigisi modaligini, lekin o'shani uchirib yuborishga mardligi yetmaydi. Nimaga? Chunki ozgina bo'lsa-da o'sha ham daromad keltirmoqda. Bu bitta moda 5000 deylik. Agar o'shunaqa modadan 10 ta yoki 20 tani olib kelsa, mayli 5000 dan emas, 3000 dan sotishim mumkin deydi. Lekin ichki tuyg'ularni ham pullab olish to'g'ri emas-da. Bu bilan birgalikda ichki tuyg'ular, yigitlik ori ham pullanib ketadi. Ana o'sha eng nozik tomonlari. Keyin boshqa masala bor. Bozorda mana qush bozori, Qoraqamishdagi qush bozoriga tushsak, bitta zarbasi bilan tog'ni bitta katta qoyasini qulatguday kuchga ega yigitlar shunga juda chuqur o'tirib olishgan. Ya'ni shu tirikchilikka. Mayli endi tirikchilik deymiz boshqa, lekin oilani o'ta shunga suyantirib qo'yish ham menimcha to'g'ri emas. Endi oldin tushunardik, nafaqaga chiqqan pensionerlar 3-4 ta qushni olib chiqadi, uni tushunish mumkin. Lekin hozir zabardast yigitlar biror bir tashkilotga borsa, katta biznesga aylanib boryapti. Biror bir ishxonaga borsa, gullatadi o'sha ishxonani. Butun oilani shunga qo'ndirib qo'yish, men bunga qarshiman. Mayli ishqibozchilik nuqtai nazaridan boqadiganlar bor, ortiqcha qushini sotishi mumkin. Mayli ortiqchasini sotadi, u pulga qushiga oziq-ovqat olishi mumkin, aksessuar olishi mumkin. Lekin butun oilani shundan keluvchi daromadga o'tkazib qo'yish yosh kuchga to'lgan yigitlar. Bu men bilmadim, balki meni qarashlarim boshqachadir. Men buni noto'g'ri deb bilaman, lekin masalaning yechimi shuni chuqur, davomli, muntazam nazoratida deb o'ylayman. Ya'ni bitta nazorat bilan ish bitmaydi. Bu yerda davomli bo'lish kerak, ya'ni o'shalar his qilish kerak, shu narsa noto'g'ri, shuni nazorati ketmoqda. Shuni doimiy. Shu qushlarni yana ham yaxshiroq his qiladigan kishilar ko'pchilikni tashkil etar ekan. Azizbek, mana Nurmuhammad bilan ko'rsatuvimizdan avval ham gaplashganmiz bu haqida. Ya'ni shu qush bozorlaridan qilinayotgan reportajlarni kuzata turib, amin bo'ldimki, shu befarq bo'lmagan, ichidan shularga qanotlariga achinadigan, ularni shu ochiq tabiatga qo'yib yuborish istagida bo'lgan insonlar. Ha, siz menga ko'p Ravshan aka aytyapsiz, ha. Ravshan aka 49 yildan beri qushki ishqibozlar, o'zlari aytgandilar, yarim asr bu katta vaqt.
Шу модалар сақлансин деган маънода шу кушчаларни қўйиб юбордилар. Энди ёшлари каттароқ шу тўхтамга келганлар. Ёшлар балки тушунмас бу ҳолатни, чунки шу вақтга келиш керак тушуниш учун. Биз ўйладик, ҳозир қушларни учириб юборсак, бу жуда бир инсонларга тарбиявий, чиройли шаклда бу вазият бўлади деб тушундик биз. Кутилмаганда натижа винт бошқачасига бурилиб кетди. Тескарисига, қисман тескарисига, тўлиқ эмас, қисман тескарисига бурилди. Қайси томонлама? Буни кўрган айрим қуш овчилари, билмадим, овчи деиш мумкинми, йўқми? Бу гал 5 та модани олиб келаётган бўлса, кейинги сафар Равшан ака билан Нурмуҳаммад яна бозорга чиқишади, яна ўзларининг пулларига қушчаларини сотиб олишади. 5 та эмас, 25 та тутиб келиш керак. Демак, ўзларингиз билмаган ҳолда бизнесни ривожлантириб юборясиз. Бу ишни қилмаймиз-ку. Буни мен YouTube-даги каналим бор, Певчи чу деса, ўшанга жойлаган роликларимни тагидаги изоҳларда шуни билдимки, керак эмас. Бу бундай қўллаш керакмас. Яхшилик қиламан деб ўз маблағини сарфлашмоқда, ваҳоланки. Бу бўлмасам мана 300 минглаб сарфлаган пайтлари бўлди Равшан акани бозорда қушчаларни олиб ўша ерни ўзида учириб юбордилар. Жуда кўпчилик ёздики, керак йўқ, буни бу билан шуғулланувчи махсус бўлимлар бор. Ана ўшалар қилгани чиройлироқ ва натижалироқ бўлади дейди. Бу гап ростдан ҳам шундай, чиройлироқ ҳам бўлади. Lekin biz endi insoniylik nuqtai nazaridan shuni qildik, keyin men ham aytdim, yo'q, chindan ham xalq bekorga aytmaydi, bitta ikkita odamning fikri emas, bu juda ko'pchilik. Keyin men ham to'xtata qoldim. Endi shu yana bir bor iltimos qilardim. Ekologlarimizni iltimos shu masalaga befarq bo'lmang, chunki jonli efirda televideniyada yaqinda bir yaqin orada birinchi marta chiqishim. Iltimos, o'tinib so'rayman, minglab qush ishqibozlarining nomidan iltimos qilamiz. Shuni nazoratga oling. Me'yor albatta bo'lishi shart. Me'yor bo'lish kerak. Bisyor bo'lsa agar bol ham beqadir. Abdulla Oriyev tili bilan aytganda, men uzr ko'p gapiryapman. Yo'q, hammasi joyida. Va bizning respublikamizda qanday qush turlari yashovchi, qanday qush turlarini mana sanab bera olasizmi? Qanchaga yaqin o'sha turlari? Siz bu savolingizga javob berishimdan oldin efirimizga ajratilgan vaqt qanchaligini ayta olasizmi? Umumiy hisobda 40 minut, 40 daqiqa. 40 daqiqa. Biroz o'tishi juda ko'p. Endi asosiy uchraydigan qushlar bor. Masalan, biz ko'pchilik biladiganlar, bu qora shaqshaq, misol uchun, mana mayna deydi, afon maynasi deymiz. Keyin zarg'aldoq, darvoqa eng sevimli qushlardan, qarqinoq darvoqa oxirgi payt qarqinoq kamayib ketdi. Biz bolaligimizda shaftoli zorlarda shaharda yurardi qarqinoqlar. Ya'ni dumi uzun. Toppa to'g'ri, toppa to'g'ri. Farqlayaptilar. Lanius deb ataladi menimcha. Ko'pincha multfilmlarda ko'rardik. Lanius. Sarakaputi, Lanius. Na latinida. Saroka, shunaqa deydi. Yo, saroka boshqa. U zag'zg'on. Saroka zag'zg'on. Endi maqtab turdim sizni. Zag'zg'on yo'q. Xo'p, juda ko'p qushlarimiz bor. Mana bizda o'tiroq yashaydigan qanchadan-qancha chiroyli sayraydigan chittaklar bor. Mana Buxoro chittagi deyiladi, Malla bo'yin chittagi bor, Archa chittagi deb ataladi. Keyin Guldor chittak, keyin mana Varakushka degan qush bor. Uni Karl Linne birinchi marotaba ochgan shved olimi Lustinya Svetika deyiladi, shved bulbuli. Juda chiroyli. Men uni o'zbek tilida tarjimasi yo'q. Endi o'zimcha tarjimasi bo'lmagan qushlarni tarjima qilishga ham harakat qilganman. Bu ali norasmiy ravishda. Binafsha qush deb ataganman uni, chunki ko'ksida erkagini shunda binafsha guli ochilib turganga o'xshaydi. Keyin mana Zaryanka degan qush bor. U o'zi Zarya so'zidan olingan, tong so'zidan. Ya'ni tongning darakchisi eng birinchi kuyini o'sha ijro etadi va eng oxirgi shomga yaqin qo'shig'ini ham Zaryanka ijro etadi. Uni men sahar qush deganman. Shu ertalabki qo'shig'ini juda chiroyli ovozda kuylaydi. Darvoqa O'zbekistonga noyabrda uchib keladi bu qush. Noyabrda uchib keladi, varakushkalar bahorda uchib keladi. Bahorda uchib, kuzda bolalab yana o'z yurtiga uchib ketadi. Ya'ni O'zbekistonga ko'payish uchun uchib keluvchi qushlar haqiqiy qo'shig'ini O'zbekiston hududida ijro etadi. Sabab? Sabab ko'payish nuqtasida, chunki qo'shiqni ijro etishdan maqsad qo'shiqni nar qushlar ijro etadi asosan. Ijro etishdan modalarni e'tiborini jalb qilish. Chunki shunday bo'lishi mumkin, bitta daraxtda bir nechta nar sayrashi mumkin yoki yonma-yon daraxtlarda. Moda mana shunday ularni kuzatishi mumkin. Ya'ni orasidan qaysi birini qo'shig'i chiroyliroq bo'lsa, o'shani tanlaydi. Shunday vaziyatlar bo'lgan, bu video tasmalarda bilaman, bu siz uchun juda kulgili qolsin. Shunday vaziyatlar bo'lgan, 4 ta nar bor repertuarini yoyishmoqda, lekin moda bittasini tanlaydi. Shunday vaziyatlar bo'ladi, 4 ta nar sayrab turadi, 2 ta 3 ta moda aylanishib yuradi, uchchalasi ham o'sha bitta narini tanlaydi.
Va holanki adolat bilan taqsimlanishganda hammasiga bittadan moda bo'ladi. Raqobat kuchli. Raqobat kuchli. Shuning uchun ularni hayotida bir yillik ko'payish juda muhim. Bir yilini o'tkazsa, ular uchun bu og'ir vaziyat. Tabiatda qushlar kamroq yashaydi uy sharoitiga qaraganda. Chunki har xil vaziyatlar bor. Oziqani topolmasligi, yirtqich qushlarni ham bilasiz. Har xil 4-5 yil bo'lsa o'rta hisobda mayda qushlar. Uy sharoitida 10-15 yilgacha parvarishlash mumkin. Men endi Olegdan uzr so'rayman, tinmasdan gapirdim. Yo'q, hammas yaxshi. Вот я хочу спросить у Олега. Олег, как сказать, что вы можете сказать об обитающих в нашей стране редких и уникальных видов птиц? Ну, это очень хороший как раз-таки вопрос, потому что мировое природоохранное сообщество сегодня старается в охране птиц именно применять практику, когда сохраняются непосредственно место обитания редких угрожаемых видов птиц. И что касается охраны птиц, в нашей стране, как вы все знаете, ведется такая так называемая Красная книга, Красная книга Узбекистана. И вот в Красную книгу Узбекистана внесено 52 вида птиц. То есть, можно это, сказать, это редкие, да, виды? Да, это птицы, которым что-то угрожает, которые они могут быть естественно редкие, либо какая-то угроза со стороны человека для этих видов существует. То есть, вот даже если взять во внимание простой расчет, то 52 относительно 462 видов птиц, это получается, что каждый девятый вид птиц, встречающих в нашей стране, является редким. Вот из этих 52, кстати, 46 являются мигрирующими перелетными. То есть они покидают нашу страну зимой либо осенью. Кроме того, ведется так называемая международная красная книга. То есть в эту красную книгу включаются те виды птиц, которые в национальной красной книге, и плюс еще те виды птиц, которые также находятся в уязвимом, угрожающем состоянии в глобальном масштабе по всему миру. То есть вот в эту книгу, в международную красную книгу, внесено аж 47 видов птиц. То есть это получается практически каждый десятый вид птиц. Вот. Общество охраны птиц Узбекистана уже на протяжении более чем 10 лет занимается тщательным изучением редких угрожаемых видов птиц и разработкой прикладных действий природоохраны для их сохранения. Да. Можно привести пример. В Узбекистане встречаются три самых редких вида птиц, так скажем, критически угрожаемых вида. То есть это по критериям Международной красной книги они считаются исчезающими видами. То есть если не предпринимать какое-то действие в ближайшее время для их охраны, они могут навсегда исчезнуть с лица птицы? Земли. Да. Это стерх, это большой кроншнеп, и один из самых интересных и редких видов – это крючетка. И в чем заключается, ее редкость и интерес этого вида? В том, что несколько месяцев в году эта исчезающая птица проводит на территории нашей страны. И Узбекистан – это единственное место на всем восточном пролетном пути этого вида, на котором она останавливается для того, чтобы отдохнуть в сентябре и октябре, и дальше уже продолжить свой путь на юг, в Пакистан. То есть вот из всех стран Центральной Азии крючетка для своей остановки выбрала подходящим только территорию нашей страны. То есть не в Таджикистане, не в Казахстане нет таких благоприятных мест для остановки и отдыха этой птицы, как в нашей стране. Каждый год в начале октября практически половина всех оставшихся в мире исчезающих крючеток
останавливается на территории Узбекистана, в Кашкадаринской области. Угу. То есть эти птицы гнездятся и выводят свое потомство в степях Казахстана. Угу. И с наступлением осенних холодов начинают движение на юг, то есть в Пакистан, на зимовку. И вот во время своего перелета, чтобы преодолеть вот эти тысячи километров, крючоткам нужно, естественно, отдых, кормление. И вот для того, чтобы отдохнуть, они останавливаются в начале октября в Кашкадаринской области Узбекистана, где проводят целых два, практически полтора, от полутора до двух месяцев на водохранилище Талимаржан в Кашкадаринской области. Однако проблема заключается в том, что территория этого водохранилища не имеет природоохранного статуса. То есть на этой территории осуществляется очень активная хозяйственная деятельность, которая в достаточной степени вредит и мешает вот этой исчезающей крючотке. То есть вот, например, в этом году мы тоже на протяжении 10 дней, вот весь период пребывания крючотки на Талимаржане, мы проводили наблюдение за этим видом, тщательно изучали ее поведение, кормовые объекты, значит, режим ее питания и отдыха. И удалось выяснить, что из-за постоянно, значит, очень активного выпаса скота на этой территории, есть определенный фактор беспокойства для этого вида. То есть несколько тысяч выпасающихся на этой территории овец беспокоят, пугают эту птицу, заставляют перелетать эти стаи крючоток с места на место. Насколько я знаю, крючотки делают свои гнезда, строят в земле, по-моему, да, прям? Крючотка гнездится, единственное место в мире, где гнездится, не в мире, а в нашем регионе, так скажем, страны, где гнездится крючотка, это степи Казахстана. В степях Казахстана наиболее благоприятный климат и растительность для того, чтобы устраивать свои гнезда. То есть крючотка гнездится в степях Казахстана, где еще сохранились условия для ее гнездования. И затем в конце августа, в конце сентября, в начале октября начинает свой перелет в сторону Пакистана. Давайте еще поговорим о водно-болотных птицах. Насколько я знаю, обществом по охране птиц Узбекистана каждый год проводится по несколько раз учет именно водно-болотных птиц. Давайте сравним с теми годами, вот когда в начале только вот эти вот учеты проводились, да, и сегодняшним днем, какие есть плюсы и какие есть минусы? Общество охраны птиц уже много лет реализует, можно сказать, координирует в нашей стране международную зимнюю перепись водоплавающих птиц. То есть она еще по-другому называется среднезимней, поскольку она проходит с 15 по 17 января, то есть именно в середине зимы, в то время, когда наибольшее количество птиц можно наблюдать на местах их зимовки. В нашей стране для зимовки птицы, как правило, выбирают водно-болотные угодья. И возле Ташкента есть одно из таких водно-болотных угодий, это Туябугусское водохранилище, либо Ташморе. Но в целом по Узбекистану их очень много, и наше общество выделило целую сеть важных для зимовки мест, природных территорий для птиц, так называемых важнейших орнитологических территорий. Вот. Таких водно-болотных важнейших орнитологических территорий, значит, около больше 20, и координирует вот эту программу зимней переписи Всемирная ассоциация Wetlands International. Это единственная общественная организация международная, которая как раз таки занимается координацией зимней переписи. И по итогам 2018 года
Эта организация сделала заключение, что значит, в регионе Центральной Азии численность зимующих водоплавающих птиц по результатам многолетних учетов, наблюдений, да, она снижается, она неуклонно снижается. И мы считаем, что причина этого как раз-таки заключается в активной хозяйственной деятельности, в том, что многие территории, важные для зимовки птиц, для гнездования птиц, они не имеют так называемого охраняемого статуса. То есть они не являются охраняемыми природными территориями. Понятно. К примеру, водохранилище Талимарджан. Или же в Ташкентской области есть водохранилище Туя-Бугус, которое находится в 30 километрах от города Ташкента. Оно также входит в список важнейших орнитологических территорий. То есть это, можно сказать, единственное крупное незамерзающее водохранилище в самом центре Ташкентской области, да, которое ежегодно обеспечивает условия для зимовки нескольким десяткам тысяч птиц. То есть там максимальное скопление птиц, которое мы наблюдали, это было, значит, более 20 тысяч. Представляете, 20 тысяч птиц. Это какой год? Это был 2018 год, да, 20 тысяч птиц зимовали на этой территории. И по итогам, значит, наших наблюдений мы выяснили, что птицам, вот этим зимующим ослабшим птицам, которые могут с трудом перемещаться вот в этих суровых зимних холодных условиях, им значит, оказывают определенную степень беспокойства, прежде всего плавсредства, поскольку на водохранилище достаточно много лодок, рыбаки на лодках ловят рыбу, и также тренируются спортсмены-байдарочники, которые подплывают к птицам, иногда беспокоят. Да, да. Также беспокоят этих зимующих птиц и выстрелы охотников. Да. Hozir mana bular o'sha ovchilar haqida gap boshlab qoldilar. Bilasizmi, qaysidir bir ma'lumotda o'qigan edim. Demak, o'sha qizil kitobga kiritilgan qushlarmi, jonivorlar haddan ziyod ko'payib ketsa, o'qilishga ruxsat beriladi, to'g'rimi Nurmuhammad aka? Endi juda kamayayotganlarga u ruxsat berilmasligi tabiiyroq bo'ladi. Yo'q, kam ko'payib ketganlariga albatta ruxsat beriladi. Bizning o'sha mamlakatimizda qaysi qush turlariga o'sha ovqilish ruxsat berilgan va yana bir savol, agar o'sha taqiqlangan qushlarni ovlasa qandaydir o'sha qonuniy jihatdan bir javobgarlikka tortiladimi? O'sha narsa haqida, qushlar haqida batafsil to'xtalib o'tsangiz. Endi savolingizning ikkinchi qismiga javob berish uchun menimcha bu menga tegishli savol emas, chunki buni nazorat qiluvchi instansiyalar bor. Ular albatta shunga yarasha, agarda ruxsatnomasiz qush ovlansa, hujjatsiz, albatta uni o'ziga xos jarimalari bor. To'rlar olib qo'yiladi, jarima tortiladi. Hozir necha pulligi jarimani bilmadim. Lekin juda arzon deyishadi. Jarima arzon. Shu sababli aynan bu xatolar takrorlanib kelishar ekan. Noyob turlar uchun jarima miqdorlari yaxshigina baland. Endi juda arzon yoki juda qimmatni bilmadimmi, u shu arzonligi uchun takrorlanib kelyapti shu jarayon deganingizga men biroz qo'shilmayman. Agarda nazorat muntazamligini yo'qotmasa, u o'rtacharoq agar jarimalar bo'lsa ham, menimcha ushlab turish mumkin nisbatan. Ya'ni shu bitta jarima solindi, bir odam, bir ovchi jarimaga tortildi, uni soyasida agarda 30 ta 40 ta ovchi bemalol bilganini qilib yura olsa, tog'u toshlar dashlarda, menimcha bu jarayon davom etib ketaveradi. Ya'ni ishlab turaveradi. Chunki o'sha jarayon to'liq nazoratga olinishi uchun bu kuchaytirilish kerak har tomonlama. To'g'ri, albatta insonning ongiga yetib kelish kerak, lekin har doim ham yetib kelavermaydi. Ana o'shanda kerakli tashkilotlarni o'zlari tushuntirishlariga to'g'ri keladi. Ijodda ham aytishadi-ku, ijodkor o'zidagi ortiqcha pafosni o'zi olib tashlash kerak. Aks holda bu pafosni o'rniga boshqalar olib tashlaydi. O'sha bilish kerak, o'zi shu to'xtamga kelish kerak. Keyin birinchi savolingiz bu ikkinchi qismi edi. Menga ko'proq tegishli emas degan. Ikkinchisi qaysi qushlarga ov deganmidingiz? Qaysi qushlarga ko'proq ovqilishga ruxsat berilgan? Men ornitolog emasman. Men bor yo'g'i sayroq qush ishqibozman. Efirlarimda ham shuni aks ettirishga harakat qilaman va atrofimdagi insonlar ham tabiiyki ko'proq qurol bilan emas, sayroqi qushlarni tutadigan tuzoqlar bilan yurishi mumkin. Chunki qushlarni go'shti uchun ham ovlashadi. Men u toifaga kirmayman. Menga vokal imkoniyat, chunki o'zimning ishim ham vokal bilan bog'liq bo'lgani uchun efir bilan. Menga qushlardagi ovoz tozaligi muhim. Xo'p, asosan bizda oxirgi yillar juda ko'p ovlanayotgan qushlar bu hofiz bulbullari.
Eng og'riqli mavzulardan bittasi. Bu og'riqni tagida yana bitta og'riq bor, katta og'riq. U ham Hofiz Bulbuli bilan bog'liq. Bu bechorani aybi ovozini chiroyliligi. Shu o'zi qushni oddiygina. Shu aynan shu Hofiz Bulbul nomiga izoh berib keting, haqiqatan juda chiroyli nomlangan. Hofiz Bulbuli haqida menga birinchi marotaba hozir yonimda o'tirgan Alekka bobolari Alek Vilyuch Mitropolskiy aytganidilar 2014-yilda adashmasam Hofiz Bulbuli degan atamani o'shanda birinchi eshitdim. Bu quloqimga juda yangi edi. Keyin men qiziqa boshladim, ulardan so'radim, qayerdan bu ma'lumot. Keyin aytdilar, rossiyalik yirik olim Nikolay Alekseyevich Severtsev 1870-yillarda Turkistonga safarini uyushtiradi. Va shu safardan so'ng bitta kitobni nashrdan chiqaradi. 1873-yillik kitob bu. Shu kitob menda bor, darvoqa Alek Vilyuch sovg'a qilgan. 147 yilgi kitob. Tasavvur qiling, 1,5 asr. Shu kitobni ichida ilk marotaba Hofiz so'zi yozilgan. Ya'ni Turkistonda haligi olim kuzatgan, o'zlarini izohini bildirganlar. Endi menda yana kuchliroq qiziqish boshlandi. Rus olimi Hofiz so'zini qayerdan bilgan? Hofiz so'zi o'zi arabcha muhofaza so'zidan olingan. Ya'ni asrovchi, himoyalovchi. Keyin boshqa ma'nolari bor. Qur'onni yoddan o'qiydigan inson ham hofizi Qur'on deyiladi. Va O'zbekiston xalq hofizi degan so'z ham bor. U chiroyli ovozli inson. Bu so'zlardan o'sha payt 1800-yil Nikolay Alekseyevich Severts qayerdan ma'lumot olgan degan savol meni qiynamadi. Endi kimdan? Jonli insondan so'ra bo'lmaydi. O'zimcha keyin mantiqiy aylandim mavzu atrofida. Menimcha vaziyat bunday bo'lgan. Olim, ziyoli inson sifatida bizani yurtimizga tashrif buyurgandan keyin faunani o'rganadi va albatta shu yurtni oqsoqollar bilan maslahatlashadi. Ko'zdan kechiradi. Qarasa, qaysidir shohshabbalar orasida bir bulbul turi sayramoqda. O'zini yurtidagi bulbulga o'xshamaydi. U tomonda Lustinia bor. U sharq bulbuli. Bu boshqacharoq kuylayapti. Keyin sekin kuzata boshlaydi. Qarasa tashqi ko'rinishi ham farqlanadi. Oqsoqollar bilan gaplashadi. Shu bir chiroyli qushchani eshitdim deganda haligi oqsoqollar arabiy tildan xabardor insonlar, "Ha, bumi? Bu bizning hofizimiz" degan. Shundoq qilib menimcha o'zi nomi qo'yilib kelgan. O'z nomi shunday yaralgan. Oldiga faqat Lustinia so'zi qo'yilgan, ya'ni bulbullarga beriladigan so'z. Lustinia hafiziga aylantirilgan. Lekin nomiga juda mos, ammo bu bechorani tinimsiz tushadi, qanchasi zavol topadi. Bu og'riq, buni tagidagi haligi og'riq uni bugungi kunda ko'pchilik dorilaydi. Qushni sayratish uchun gormon ishlatiladi. Inson uchun ishlatiladigan, dorixonalarda sotiladigan gormonni bir necha tomchisini o'sha qushni qorin qismiga tomizishadi. Men hozir efir orqali buni ochiqchasiga aytmoqdaman. Shunga aldanib qolmaslik uchun ko'p ish qilinadi. U gormon tomchilar qushni ichiga kirgandan keyin mayda kapillarlar orqali butun tanaga yoyiladi. Butun tanani sun'iy gormon egallagach, organizmning ichidagi tabiiy gormon ishlab chiqishi pasayadi. Uni soyasida umumiy immunitet buziladi. Immunitetni buzilish soyasida ikkilamchi infeksiyalar yuzaga keladi. Ular buyrakka uradi, yurakka uradi va oshqozon ichak tizimini zaharlay boshlaydi. Natijada kamida qushning gormonal tizimi buziladi. Ya'ni uni patlari o'zidan o'zi to'kila boshlaydi. Umri qisqaradi. Tumshuq atrofidagi patlar to'kila boshlaydi. Hattoki tumshug'i teshilib ketgan qushlarni ham ko'rganman. Hofiz bulbullarni. To'g'ri aytdingiz, keyin umr qisqaradi. Ya'ni Moskvalik taniqli vetvrach, o'zi Samarqandda tug'ilgan Valentin Kazditin shunday aytgan edi, bu gormonlash qushlarni qisqa muddatli effektga ega, lekin davomli muammolarni olib keladi qushga. Qisqa muddatli effekti bir haftani ichida siz qushni tanimay qolasiz sayroqdan. Bu gormoningiz demak uni sarxush qiladi. Yo'q, gormon meniki emas. Aynan bular aytayotgan gormon. Siz aytayotgan shu. Makinora hozir gapingizni bo'ldi. Vaqtimiz. Vaqtimiz tugayapti. Tugab bormoqda. Keyin sekund bitta voqea, ya'ni soniya. Qushlarni uy sharoitida parvarishlashga bag'ishlangan bitta bo'lsa-da kitob yurtimizda nashr etilishi kerak. Chunki shu kerak bo'lyapti. Mana shu masalani ko'tarmoqchi edik. Bunday adabiyotlar yo'q. Ya'ni uyda ko'p qushlarni qanday parvarish qilishimiz mumkin? Shular batafsil yoritiladigan kitob. Men iltimos qilardim, shu kitoblar nashr etilayotgan mana Qizil kitoblar nashr qiladi. Shularni oldida bitta shu qo'llanma bo'lsa. Alohida qushlar uchun. Alohida uy sharoitidagi parvarish uchun, uni tabiatdagi kuzatuv emas. Uyda qanday kuzatishimiz mumkin? Shunda zavol topishiga imkon qadar zavol topishdan ortga qaytargan bo'lardik. Rahmat. Rahmat.
Қадірлі телетамошабинлар, афсуски бізге ажыратылған вақт өз пайоныға жетіп бармақта. Хәлі біздің қызықтырған жүдайым көплеп сауалларымыз бар еді. Мұхлисларымыз хам бізге сауал йолдашта давам етіп еді, лекин афсуски біз үлгіре алмадық. Лекин шундай болса да, мана шу қысқа фурсат ішіде қайсыр сауалларыңызға біз жауап бере алған болсақ, бұдан бенұхайя хурсатпыз. Азизлар, көрсатуымыз Өзбекстан Милли Матбуот Маркази биносида болып өтмоқта. Бұндай хамкорлик үшін Markaz ma'muriyatiga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr-salomat bo'ling.